культивируем после корчевки. Культиватор гнется. Вот подтягивают все такие корешки. Иногда гнет лапы. Вот так получается культивация. Как высок полет жар птицы, улетая с темницы, будет часто там не снится, рассекая новый ветер. На вопрос она ответит, что так важно и, конечно, очень нужно. Цели, место, темность тоже легче, сердце мне простужен. От огня пустого трепа прикоснуться мне полеты этой птицы, но хоть на миг ее родник. Мне спит, что жизнь полный в облака, мой взгляд нескромный, за крылом красивых взмахов чудо солнца, ее образ отпечатан.